Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка «Медвежьего угла» Елена Горчакова. И сегодня 11 ноября 2021 года. Сегодня 10 лет, ровно 10 лет с того момента, как я бросила курить. И сегодня я буду говорить с вами о том, как бросить курить. Я думаю, что о вреде никотина говорить нам не надо. Об этом вы можете и сами догадаться. Из других источников посмотреть, я расскажу вам о том, как лечить никотиновую зависимость. Этому сегодняшний день посвятим на моем канале. Будем отмечать десятилетие моей свободы, моего избавления от зависимости. И очень подробно все рассказывать. Прежде чем рассказать сейчас вкратце, я скажу вам, что подробный большой рассказ будет сегодня в прямом эфире. В 19 часов по московскому времени сегодня на моем канале «Медвежий угол» будет стрим, будет прямой эфир, где я подробно расскажу о том, как я бросила курить, и подробно, детально, максимально, так сказать, ну, максимально детально отвечу на все ваши вопросы. То есть, если вам нужно бросить курить, если вашим близким нужно бросить курить, пожалуйста, заходите на этот наш стрим вечерний сегодняшний и задавайте ваши вопросы. Все обсудим, все, что могу, все расскажу. Еще раз, советы будут чисто практическими о том, как на самом деле избавиться от зависимости. Ну, а пока хочу вам сказать, что я до 11 ноября 2011 года курила я до этого 23 года. 23 года, и в ноябре 2011 года я выкуривала уже 3 пачки крепких сигарет в день, то есть 60 сигарет в день. То есть мое курение было огромным, гораздо больше, чем у многих других людей. И прекратила я курить одним движением. То есть я в 11 часов по московскому времени, в 11 часов загасила, именно 11-го, то есть 11 ноября 2011 года в 11 часов по московскому времени загасила свою последнюю сигарету и больше сигарет не закуривала. С тех пор прошло уже ровно 10 лет, и я могу вам теперь уже отчитаться о результатах. Я могу сказать, что я бросила курить полностью, что я избавилась от никотиновой зависимости абсолютно. Конечно, это можно было сказать уже достаточно давно. Я вам подробно расскажу, через какое время вы можете с уверенностью сказать, что вы уже больше не курите. Все, мои дорогие, я думаю, на этом это короткое предварительное, так сказать, сообщение я закончу. О том, как именно я бросила курить, я расскажу вам вечером в 19 часов по московскому времени сегодня на канале «Медвежий угол». Всего, до скорой встречи.